welcome to our broadcast on Apostolic Anointing. Приветствую вас и добро пожаловать на передачу, посвященную апостольскому помазанию. Number one, sending. Number two, warfare. Итак, первое – это помазание посланничества. Второе – это помазание на ведение духовной войны. Number three – deliverance. Number four – breaking witchcraft. Третье – это помазание освобождения. И четвертое – помазание на разрушение духа колдовства. Number five – it's a breakthrough anointing. И пятое – это апостольское помазание, это помазание прорыва. Isaiah 45. Исайя 45 глава. And this is one of my favorite scriptures in the whole Bible. Это одно из самых любимых мест для меня во всем Писании. And so I'm going to read it. And thus says the Lord to his anointed, to Cyrus, whose right hand I have held. Так говорит Господь помазаннику своему Киру. Я держу тебя за правую руку. Now, Cyrus is the type of the apostle, okay? Кир – это прообраз апостола. Amen. And so the Lord holds our right hand. Amen. То есть Господь держит нас за правую руку. Аминь. Your right hand. That's the arm or the hand of skill and power. Правая рука символизирует умение и силу. And so the Lord is holding your hand, giving you more skill, giving you more authority and power. Amen. И Господь держит вас за правую руку. Он дает вам больше умения, больше мастерства, больше силы. Аминь. Amen. Now it says to subdue nations before him and loose the armor of the kings. Дальше говорится, чтобы покорить тебе народы и сниму поясы с чресл царей. So, wow, a nation. To subdue a nation. Вот это да, покорять народы. Lord, you want great revival in Russia. Господь, ты хочешь послать великое пробуждение в России. In all of those nations of the former Soviet Union, you want great revival. Во всех этих народах бывшего Советского Союза ты хочешь видеть пробуждение. You want the enemy to be subdued. И ты хочешь, чтобы враг был покорен. Lord, you want us to loose the armor of those kings, of those principalities and powers. Господь, ты хочешь снять облачение с этих царей, то есть духовных сил и властей зла. And the devil is really good at getting people to believe in wrong mindsets, wrong ways of thinking. И дьяволу хорошо удается заставить людей верить лжи и неправильное мышление. It's like an armor that prevents the gospel from entering. Это подобно оружию или броне, которая не позволяет Евангелию проникнуть к человеку. But hallelujah, by the power of the Holy Spirit, by apostolic anointing, we can take away that armor. Take away those mindsets. Но слава Богу, благодаря силе Духа Святого, мы и апостольскому помазанию мы можем сокрушить это оружие. I declare, Amen. I declare God is anointing you. Я провозглашаю, что Бог помазывает вас. And where there used to be mindsets that were negative, opposing you, you will break those now. Amen. И там, где вы встречались с неправильным пониманием со стороны людей, сейчас вы будете это сокрушать. Аминь. Amen. Also says, open the double doors. Здесь также в этом отрывке говорится, что Бог будет отворять двери, двойные двери. Double doors.
double doors, it might be like a two-layer door, or it might be like double wide doors, two different kinds of meanings perhaps. Здесь возможно два понимания этого термина двойные двери, как две двери вместе, так и двери двойные двери в плане ширины, как okay. ворота. But either way, to open those doors, so the gates, it says, will not be shut. В любом случае, Бог будет отворять эти двери и ворота, чтобы ворота не затворялись. Amen. Do you have a door in front of you that should be open but is not right now? Есть ли в вашей жизни сейчас такая ситуация, когда вы как бы стоите перед дверью, и она должна открыться, но не открывается? I want you in the spirit, put your hand on that door right now. Я хочу, чтобы вы в духе прямо сейчас протянули руку, положили руку на эту дверь. We'll do this together, amen. И мы сделаем это вместе. And now, Lord, we put our hands on that door and we command it to open, amen. Господь, мы сейчас возлагаем руку на эту дверь, и мы повелеваем ей открыться. Аминь. Open doors, open doors, open doors. Открытые двери, открытые двери, открытые двери. Apostles, apostolic anointing opens the doors. Amen. Апостольское помазание открывает двери. Аминь. Another part of this verse says, I will, verse 2, I will go before you. I will make the crooked places straight. Дальше во втором стихе сказано, я пойду перед тобою и горы уравняю. I will cut in pieces gates of bronze and the bars of iron. Медные двери сокрушу и запоры железные сломаю. So even now, that apostolic anointing is breaking those doors, breaking those bars, breaking those gates of bronze. И прямо сейчас апостольское помазание сокрушает эти запоры, сокрушает эти медные двери. I'll give you hidden, it says, I'll give you hidden treasures of darkness. Далее говорится, и отдам тебе хранимые во тьме сокровища. So I just declare that those doors are opening now. And the treasure that you need, you are receiving. И я провозглашаю, что эти двери сейчас открываются, и те сокровища, в которых вы нуждаетесь, вы получаете их прямо сейчас. You receive the money you need, you receive the revelation you need. Вы получите те деньги, которые вам нужны, откровения, которые вам нужны. You receive the connections that you need. Вы встретитесь с нужными людьми. You receive favor. Вы получите благоволение. So that you can move ahead. Чтобы вы могли двигаться вперед. This is an amazing, amazing promise. И это потрясающее обещание Божье. This is breakthrough anointing. Это апостольское помазание, помазание прорыва. To unlock the hidden things. Amen. Чтобы открывать скрытое во мраке. Аминь. Lord, we call for this anointing to rise up all over Russia. Господь, мы призываем это помазание, пусть оно поднимется во всей России. Let the apostles arise so this anointing can be in all the believers. Пусть поднимутся апостолы, чтобы это помазание могло быть на всех верующих. We pray this in the name of Jesus. Amen. Мы молимся об этом во имя Иисуса. Аминь. God bless you so much. We'll see you next time. Пусть Бог обильно благословит вас и увидимся с вами на следующей неделе. Hallelujah. Hallelujah. If you have any comments or questions, если у вас есть какие-то комментарии или вопросы, please put it in the comment section or send us an email. Пожалуйста, напишите это в разделе комментарии.
Или отправьте по электронной почте. In Russian, of course, and the address is... На русском, конечно, и адрес электронной почты. rusarise@gmail.com. rusarise@gmail.com. Thank you. Спасибо.